Заминированные по телефону вокзалы, съемки скрытой камерой. Для кого-то это злостное хулиганство, а для других острый юмор. С развитием интернета авторы розыгрышей или пранкеры, как их называют по-английски, получили небывалую аудиторию и стали героями новостей. Кто-то позвонил в 911 и сообщил об убийстве. Вооруженные полицейские взяли дом штурмом. Так неизвестные подшутили над американским подростком, местной интернет-звездой. Двигало ими, скорее всего, обыкновенная зависть. Многие пранкеры, однако, объясняют свои шутки глубоким смыслом. Вот, например, обычное на первый взгляд такси в Саудовской Аравии. Через пару минут поездки водитель заявляет: «Сейчас я взорву машину». Кто-то из пассажиров пытается его остановить, кто-то в ужасе выпрыгивает. А скрытая камера все старательно снимает. Зачем? Чтобы испуганные зрители потом не стали террористами, объясняет автор. Шутник из Великобритании пугал бомбой случайных прохожих. Соль шутки в том, что на самом деле в дипломате обыкновенные часы, и все пугались напрасно. Какой в этом смысл? Пранкер, оказывается, напоминал о прошлогоднем случае в Штатах. Там арестовали школьника, который принес на уроки часы, слишком похожие на бомбу. Идиотская шутка, комментируют британские СМИ. В России телефонное хулиганство – популярное развлечение, и пранкеры нередко попадают в эфиры крупных каналов. Life News совершенно серьезно обсуждает, справедливо ли отчислили из вуза автора этих роликов, ведь он уверен, что занят искусством. А вот об этом шутнике больше разговоров в оппозиционных СМИ. Он представлялся ответственным работником органов безопасности и просил изменить судебные вердикты. Пранкер доказал, по крайней мере, иногда судебные решения в России принимаются по звонку. Получил за эксперимент штраф, позднее списанный амнистией. Но порой безобидная на первый взгляд шутка оборачивается настоящей трагедией. В декабре 2012-го ведущие австралийского радио позвонили в лондонский госпиталь, где в то время Кейт Миддлтон ждала наследника престола. Малоизвестные диджеи из Австралии представились королевой и принцем Чарльзом. Медсестра Ясинта Салданки приняла шутку за чистую монету. Она взяла трубку. О розыгрыше узнал весь мир. Спустя три дня медсестру нашли мертвой. Она не выдержала позора. Это должен был быть обыкновенный розыгрыш. Они думали, что трубку немедленно бросят. Шутка так повлияла на женщину, что она наложила на себя руки. В карьере австралийских пранкеров пришел конец. Мне очень-очень жаль. Чего не скажешь о пранкерах на службе государства российского, хотя сами они свою связь со спецслужбами отрицают. Но при этом каждый раз за место порицания получают славу. Ведь пранкеры Lexus и Vovan обманывают недругов России. Натовских чиновников, украинских и турецких политиков, например. Недавно от имени украинского президента написали письмо Надежде Савченко. Уговорили прекратить сухую голодовку. Он вернул ей аппетит. На вестях шутников окрестили интеллектуалами. Русский пранк сформировался как более интеллектуальный и содержательный, когда цель – вывести какого-то ложно напыщенного человека на чистую воду, сделав его смешным. Да и сами они уверены, делают полезное дело. Чем в итоге отличается то, что вы делаете, от банального хулиганства? Хулиганство нарушает общественный порядок людей, а у нас как раз-таки, скажем так, порядок в умах людей наводится. Вот. Но это же не просто для развлечения, это же полезные те расследования, которые мы совершаем для общества. Хулиганство – это вред, а мы вред не приносим. Телефонное хулиганство, если оно во благо текущим интересам власти, разумеется, приветствуется и активно тиражируется государственными СМИ. Как написал известный блогер Олег Кашин, в СССР таких называли «социально близкими». Если вор, но за советскую власть, то классовый друг. То же самое похоже сейчас и с хулиганом. Решая с помощью хулиганов свои текущие политические задачи, государство размывает пределы допустимого, снимает невосстановимые табу и делает российское общество еще более нездоровым, чем оно было до сих пор. Телефонные хулиганы снова герои программы «Время», аудитория которой готова ждать новых их подвигов.